были в одном лесу два маленьких поросенка. Один из них выстроил себе домик из прутьев, а другой соорудил неподалеку шалаш из веток. Однажды утром поросята вместе пошли на прогулку. Один из них нашел птичье перышко, а другой – необычную палочку. Когда первый поросенок принес перышко домой, он обнаружил, что к нему в гости пришел медведь. Поросенок совсем не испугался, потому что дружил со многими медведями в лесу. Но этот медведь был слишком большим, и стоило ему пошевелиться, как... Ой! Домик поросенка сломался. А в это время второй поросенок, вернувшись с палочкой к своему шалашу, с удивлением обнаружил в нем лося. Поросенок не боялся лосей и дружил с ними. Но этот лось был гораздо больше медведя. И когда он встал, чтобы поздороваться с поросенком, а лось был очень вежливым, хрум, и шалаш тоже развалился. Так оба поросенка остались без жилища, а у лося и медведя никогда не было своего дома. И им всем было грустно, очень грустно. И тогда лосю пришла в голову замечательная мысль. Почему бы им не построить большой дом, где они могли бы жить вчетвером, и каждому хватило бы места? Отличная мысль! Но строительство большого дома с настоящими окнами и дверьми, с надежной крышей и лестницами, с камином и печными трубами – дело непростое, а они даже вместе ни за что бы не справились. Поэтому лось позвонил бобрам. И вскоре к ним на подмогу приехала бригада бобров-строителей. Бобры сказали, что охотно помогут построить дом, и в качестве оплаты хотели бы получить бутерброды с арахисовым маслом. Лось, медведь и поросята согласились. Бобры тотчас же отправились валить лес, чтобы заготовить бревна для строительства. И работа закипела. К обеду были возведены стены дома. А к ужину была готова и крыша. Конечно, обед и ужин приходились на разные дни, потому что даже бобры, которые считаются самыми искусными и самыми проворными строителями, не могут построить дом за один день. Наши друзья тоже помогали бобрам, как могли. Медведь складывал из камней печные трубы. Лось ставил окна и двери. А поросята готовили для строителей еду и угощали их вкусным чаем. Когда дом был почти готов, медведь, лось и поросята поехали на рынок, чтобы купить мебель, шторы, посуду и прочие мелочи, которые сделают дом удобным и уютным. Наконец строительство завершилось, и дом был готов. Бобры вручили хозяевам счет за работу, и у лося, медведя и поросят как раз оставалось время, чтобы сходить в магазин и купить хлеб и арахисовое масло. Потом они принялись делать для бобров бутерброды. Медведь резал хлеб, а лось и поросята намазывали его арахисовым маслом. Они сделали 6 тарелок бутербродов и отнесли их на озеро к дому, где жили бобры. Да, строительство – дело хлопотное, и поросятам, лосю и медведю пришлось нелегко. Они очень много трудились и очень устали, особенно медведь. Стоило ли им так много работать? А вы как думаете? Только посмотрите, в какой красивый и уютный дом они теперь возвращаются. Друзья сели ужинать, но очень скоро медведь стал зевать и ушел спать, потому что он очень устал. Поужинав, лось и поросята вымыли посуду, уселись у камина в удобных креслах и принялись рассказывать друг другу всякие интересные истории. А потом тоже пошли спать. Они улеглись в свои постели
и вскоре в спальне стало тихо. Лишь шептались о чем-то под крышей сонные пташки, да где-то во дворе шуршала в сухих опавших листьях мышь, и время от времени раздавался размеренный храп медведя. Спокойной ночи, медведь! Сладких снов, лось! Спите крепко, поросята! Спокойной ночи всем!